нас необычная. Ну, мы не остались в стороне и, конечно же, знаменательную дату решили отметить своими силами. Концерт у нас необычный. Сегодня мы будем слушать пение не взрослое, не музыкальные инструменты, а самое чистое пение – это детский голос. Дети выбрали песни по своему желанию. Ну, значит, если они выбрали эти песни, значит, они прочувствовали слова, музыку, значит, они близки к ним. Поэтому первая песня, которую вы сейчас услышите, это песня, ребята, которая звучала еще при Петре Первом. Тогда в армию забирали пожизненно. Отправлявши мать сына на чужую сторону, на чужую, на сторонку государю на войну. По утреной зорюшке на синее морюшка, как на синем жана море белый камушек лежит. Упалет дети, полетят, та дыма я, матушка, я в гостики. Только пули свистят по степи, только
бостонский пропахали. И завтра, завтра, наконец, последний бой. Завтра в рукопашной. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Счастья. Спасибо вам большое.